Серебряная экономика. Новый доклад ООН фокусируется на том, что к 2050 году людей старше 60 будет больше, чем людей младше 15. Происходит нечто очень важное, говорят в ООН. По заявлениям генерального секретаря организации, социальные и экономические последствия этого феномена очень глубоки. Они затронут не только конкретного пожилого человека или семью, а все мировое сообщество самым беспрецедентным образом. По сумме ежегодных финансовых трат, американские бэби-бумеры, которым сегодня 60-70 лет, превзошли в тратах все остальные поколения своих сограждан на 400 миллиардов долларов в год. 70% от суммы совокупного чистого дохода американцев приходится на представителей поколения 60+. По оценкам мировых экспертов, серебряная экономика в среднем увеличивает свои обороты на 7 триллионов долларов в год, что делает ее третьей по величине экономикой в мире. К 2020 году объемы частных расходов старшего поколения составят более 15 триллионов долларов по всему миру –